Пред нами исповедуясь изустно, героев зная, в неповторный лик с души маэстро совлекает узы и чтит то мир, чем подлинно велик. Мы следуем нелегкими стезями за изветвленным замыслом Творца, и то, что мы душой на веру взяли, наставит нас на качество борца. Отечество на пажите священной растут неусмиримо жемчуга, нас наставляет божество к прощению, продлить, чтоб позагрязшие века, епитрахиль нездешних отпущений, пред ней греховий схлынет кутерьма, а в русле беззакатной вышней темы душа крыло нахохлит пусть сама. Мы прозреваем в скудости говея, и в дух вплывает истины ладья. О тайной Евхаристии мгновенье с вином окровавленным лития! Я не верю, что Рябикову вскоре будут петь апофеоз. В нашу эпоху осанна обычно поется деньгам и другим кумирам, а искусство нуждается в проверке временем. Что же, пусть вечность скажет свое веское слово. Однажды я гостила в Спасклепиках. Там Есенин, яркий поэт эпохи, юношей учился на дьячка. Наверное, где-то там прошел водораздел между христианством и большевизмом. Рябиков, как сам Есенин, в революцию не поверил. Истинные художники жанра, как правило, не оставляют ни малейшего шанса ложным божествам. Курск и Сергиев Посад. Два великих города, которые не только взрастили режиссера Семена Рябикова, но и дали православию двух святителей – Серафима Саровского и Сергия Радонежского. В акронимичности, в созвучии этих личных имен тоже, наверное, есть какой-то высший смысл. Рябиков не предал своих пенатов. На премьере фильма о Есенине в Доме кино он давал журналистам точные недвусмысленные ответы на гряду вопросов, не лукавя и не увиливая. В тот день я подарила нашему мастеру два текста – английский и русский. Позже мой текст был оформлен в анонс к нашему фильму. Студия «Аси Видео» и канал 21 представляют. Впервые в отечественном художественном кино предпринята попытка аллегорически и в то же время документально представить судьбу поэта, где он – творец легенды своей жизни и ее жертва. Доподлинно это слова, которые я написала в 2004-м перед премьерой. Это был единственный фильм, который Рябиков создал от альфа до омеги. Но по своей причастности к большому жанровому кино он был далеко не дебютант. С экрана никто не воспевал поэтов так, как Рябиков. Поэтическая тональность в сценариях и постановках ему была доступна как никому. В кино Рябиков не терпел фальши. Самоотречно рычевать созвучие. Название моего поэтического цикла вполне о нем. Его жизнь остановилась на взлете, на пике успеха, на острие исполинских замыслов. «Не печалься и не хмурь бровей», — напутствует режиссер нас, строчка из Есенина. Ему верили, к нему прислушивались. Михалков, Шмаков, Разлогов, Мосфильм и Госкино. В сценариях он не искал красивых дешевых метафор. Он и в кино, и в жизни стремился к весу сказуемого, к полноте жизни бытия. Райх, Бенеславская, Толстая, безымянные женщины в судьбе Есенина. Разными стилями отношений оказалась напитана и судьба самого Рябикова, но он ни разу не изменил высоте избранного им жанра, значимости своего экранного поприща. Семен Рябиков был одним из первых зрителей моей ленты об Эмили Диккенсен на неслыханных фрегатах июня. Судьба американской поэтессы XIX века его тронула настолько, что он сам стал заботиться и о программах редактуры для моего фильма, и о его телеэфирах. Он лишь немного не дожил до больших демонстраций моих кинополотен, но режиссер этот завещал мне непреложную высоту жанра.
Его глубокая стилистика для меня до ныне непререкаема. Я помню, с какими исполненными ясности глазками участвовала в наших съемках маленький внук режиссера. Осмыслить линию жизни великого дедушки ему еще только предстоит. Рябиков всегда был за опрятный, стилистически выверенный кадр, за историческую достоверность кинополотен. Рябиков мечтал, что мы будем снимать картину о Николе Иванове в Альпах. Так случилось, что во Францию и Швейцарию я поехала без него, а вернувшись в Россию, уже не застала режиссера на свете. Он ушел внезапно, словно Виктор Авилов, который сыграл в нашей картине последнюю роль. Но его проникновенную тональность и бесконечную веру в изображаемое обязательно унаследуют люди, которые придут в этот жанр потом. Восхищение и уважение в таких регистрах будут относиться к Рябикову как к маэстро. Уже сейчас это можно наверняка предречь. Век пересмешников и глумливых завистников переродится в эру подлинных гуманистичных убеждений. Ведь только в сакральных токах большого искусства мы обретаем себя истинных. La 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 la